Ну что ж, уважаемые коллеги, дорогие друзья, я очень рад вас приветствовать при открытии нашей традиционной научной конференции. Она проходит третий раз, конференция «Музыка, философия, культура». И каждый раз она посвящена каким-то конкретным выдающимся личностям. Первая конференция, которая прошла 2 года назад, была связана с именами Лосева и Михайлова. Кстати, оба были профессорами Московской консерватории. Год назад у нас были другие герои, по-моему, это Флоренский, да, и Шверт. И вот сейчас мы отмечаем, вернее, вносим свой посильный вклад в юбилей великого философа, немецкого философа Шеллинга. То, что в Московской консерватории проходят такие междисциплинарные конференции, это, конечно, далеко не случайно. Уже, вот я упоминал, что великие мыслители, не будучи профессиональными музыкантами, работали у нас здесь, но они были очень тесно связаны с музыкой. И вот в этих междисциплинарных связях, собственно, и заложен ключ к открытию, ключ к успеху. Ну вот я невольно вспоминаю слова Норберта Винера, который говорил, что открытия могут возникнуть как раз на пересечении различных дисциплин, а что такое разграничение наук, оно достаточно условно и, в общем-то, бывает даже иногда и вредно. Я приветствую всех гостей. Гостей у нас всегда бывает много, бывают гости и из-за рубежа, и так ли в этот раз. У нас гости будут из Парижа, Украины, из Белоруссии, из Туркмении, из российских городов, это и Санкт-Петербург, и Кострома, и Уфа, так что круг нашего общения расширяется, и я всех рад здесь приветствовать.